Техника уже, наверное, почти приехала. Так, что у нас тут, какой курс? 300, грубо говоря. Принял. Примерно курсом 300 идти. 299. Погнали. А, так на посадочных. Угу. Я чуть быстрее иду. Аккуратно справа. Отрыв. 1-0-4. Остановитесь. Шли. Руки угнал. Сразу 300 займ. Че ты просел? Чуть не свалился, блин. Ну, рано убрал. Скорость не набирал. Я над озером. Я вижу тебя сзади, иду. Так, 95 поставлю. Я контейнер взял, ППО работать, светить будут нас. А, фантасмагория в смысле? Да. А ты ракету взял для нее? Взял. МП.
хорошо идем. Стараемся. Наверное, чуть левее довернуть. Двести 95. Пока нет никого. Нету? Ну не ищет. А, это фантасмагория? Да, облучения нет. Ну мы где-то рядом. Они в городе стоят. Не знаю, надо искать их в городе. Ну-ка, вот этот, который с озерком, да, по-моему, город. Ну вот здесь по дороге они шли. Смотри, перед нами там город есть, и перед ним там озеро. По-моему, в этом городе они стоят. Да, вроде вижу колонну. А, нет, это задание. Не видать. Не наблюдаю. Сейчас пролетим, объявится. Кто-нибудь хватанет. Где она тут расположилась? Вот, по дороге, по-моему, есть. Или нет? Так, облучение. Облучение, да. Я их в упор не вижу. Облучение. О, по мне. Вижу, вижу.
пожар у тебя. Ты ёпты. Блядь. Так, левый, правый, говорит. Правый. Да, они в городе. Блин, хрен найдешь. Правый выключил. Так, идем на разворот. Сегодня прям меня облюбили, блин. Где они, блин? Не вижу никого. Сейчас появится, сейчас будет стрельба. Блин, они где-то там возле домов, что ли, были. Облучения нет, ну, не ловит у меня контейнер. Сейчас, может, заведется, подожди. Я пролетаю, но... Где-то над ними примерно. Да. У тебя шлейф такой огромный. Ну, стрельба вот была. А где колонна? Они рассредоточились. Вокруг домов. Они по полю прут, короче, в обратную сторону. Принял? Да. Да, вижу их, наблюдаю. Сейчас развернусь. Так, ну на шквал переходить. Не по дороге едут, а по полю. Сейчас найдем. Ориентир на озерах. А я видел, они из дороги лупили, из огородов тоже, блин. Из огородов. В картошке спрятались. Хрен так не найдешь. Так просто не найдешь. Озеро перед тобой наблюдаешь? Ну, озеро, да. И все левее смотри шквалом. Река вот возле озера.
костра уже. Левее озера, они вон колонна идет. Вижу. Нашел? Прям на них выходишь. Пуск. Не дает мне пуск. Близко подошел. Воу-воу-воу-воу-воу, какие они злые, смотри, ребята. Это они сейчас горе полями решили прокатиться, что ли? Интересно. Пина будет потом назначить им. Всё. У меня было пара попаданий. Это же отлетал. Нет. Это вроде нормально. Ничего серьезного. Ну, крыло повреждено. Летим. Блин, надо этими пройтись, наверное. Или сначала шквалом, потом на уровень пройдусь. А чё для фантасмагиры одного контейнера МПС хватает? У тебя только на одной стороне висит. Ах. На вторую не надо вешать сторону? Надо было повесить. А это же этот. Активные помехи. Ну, так фантасмагория с ними же работает. Хрен его знает. Так. Где они? Где они? Не вижу. Не вижу солнца. Солнце, солнце, солнце. Вон они. Ладно, мне хана сейчас будет. Злые ребята, блин, оказались. Угу. Вдоль зайти. Thank you.
Ни в кого не попал. А их там не было, что ли? В поле отстрелял. В зеленку они заходят. На мост, вот вижу мост. Да, на дорогу не переехали. По дороге сейчас муж поехал. Я все потратил. О, ЛТЦ? Да. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. 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 Сейчас через мост зайду. Мост бабахнул. По идее же можно чисто теоретически его взорвать. Ну да, сейчас попробуем. Есть захват. Попадание. Ну, у тебя сегодня самолет живучий, блин. У меня так сразу в лоб прилетает жестко. Покажу. Почему-то 25-ка не пустилась. Пуск не дали. Ты не вылетел еще? Нет. Я тут смотрю этот пока. Говоря из файла пользователя. Моды можешь найду, которые ты говорил. А в поиске если написать? Да, я вообще смотрю, что тут есть интересно. Слушай, они куда-то не по дороге поехали. Опять съехали. На дороге не вижу их.
Но они на короткий путь. Они там застряли на мосту. Они на мосту застряли. Застряли. А, ну ты же отработал, они, по идее, должны были встать. Да нет, они едут. А, часть едет, часть стоит. Я так понял. Ох, Шилка тебе выупила, да? Да, что-то у меня проблема какие-то. Один мотор встал. Левый. Топливо входит. Стрелок, коробок. Ну ладно, погнал я домой. Гаси, блин, колонны с тобой я не могу взять. Да вооружение неправильно у меня какое-то. Правому мотору хана. Че, все встало? Да, он у меня температура зашкаливает. Он не горит? Левый хана, он не горит, но ему хана. А у тебя обоим движкам хана. Правого у тебя вообще там нету половины двигателя. Да, и левый не тянет. Сбрось подвес. Да, я не знаю, на что сбросить. Посмотрим. Ну, левый нормально работает. Температура в норме, оборота тоже. Левый Ctrl W. Левый Ctrl W. Сейчас оттримирую. Крыло левое дымит, топливо что ли у тебя уходит, очень понятно. Топливо 2 тонны, 2200. Угу, подвесы ушли. О, сразу полетел. Должен дотянуть. Что у меня опять обшивка гремит. Вообще пожар горит правый. Я его выключил. Визуально не видно, чтоб горел. Лампа мигает. Thank you.
это у нас, по идее, модификация. Идем нормально. Пойду покурю, чайку плесну.
106. Заруливайте на стоянку. Кстати, решить пресеты есть тут на сайте.